по порядковым номерам. Будем заезжать по двое, то есть по мере освобождения площадки. И проходить все этапы. Сегодня ребятам предстоит пройти одно из самых сложных испытаний. Участники смены «Безопасное колесо» сдают экзамен по вождению велосипеда. Экзамены принимают действующие инспекторы ГИБДД. Задача ребят – пройти 8 испытаний. Езда по канавке, змейка, объезд препятствий и многое другое. Задание выполняется на время. Здесь важно не допускать ошибок. Экзаменаторы сразу начисляют штрафные баллы. Ева Плетнева приехала из Геленджика. Трассу прошла практически без ошибок. Ведь велосипед – это любимое транспортное средство. У нас учитель по физкультуре учил кататься. У меня тоже, когда был районный конкурс, у меня тоже 0 ошибок было. Хорошо проехала я. Профильная смена «Безопасное колесо» – это совместный проект ГИБДД и Министерства образования. Его главная задача – научить детей правилам дорожного движения, овладеть азами управления велосипедом и уметь оказывать первую медицинскую помощь. Все знания проверяются сотрудниками полиции, которые курируют этот проект. Вот это движение, оно не ограничивается только проведением конкурсов. Наши дети проводят большую работу со своими сверстниками. То есть они ходят и в младшие классы, и в детские сады с сотрудниками, проводят лекции, беседы, занятия, какие-то игровые мероприятия. Поэтому можно сказать, что они в полной мере помощники сотрудников госавтоинспекции. Потому что дети, они же друг друга слышат лучше, чем мы взрослые, да, их и они нас. Поэтому вот они являются таким как проводником между нами и младшим поколением. Впереди у юных инспекторов дорожного движения еще несколько испытаний. Им предстоит пройти конкурс агитбригад, нарисовать стенгазету и показать домашнее задание. А на следующей неделе будут подведены итоги. Команды, набравшие наибольшее количество баллов, будут награждены ценными подарками и представят Кубань на всероссийских соревнованиях юных инспекторов дорожного движения.